И я, мне кажется, чуточку повыше. Ага. Так, а теперь чуть правее немножечко. Вика, совсем несимметрично. Я тебе говорю, очень хорошо. Олег, а вы что думаете? Мне кажется, все отлично, кроме фотографии. Это, во-первых, мой любимый футболист. Вот что вам не нравится? А мне другой нравится. Какой? Зидан. Угу. Ладно. А давайте все-таки спросим у дизайнера. Александр, что вы считаете? Я считаю, что она вообще не подходит в вашу гостиную, потому что она самая простая рамка, самая простой фотографии, так что не нужно ее вешать. Так что же мне делать все-таки, прибивать или нет? Илья, я не знаю, давай отложим вопрос. Давай скорее начинать. Вот что думаю. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня суббота, 23 июля, и мы рады приветствовать всех в гостиной программы «Жилищная лотерея плюс». Наверняка многие из наших зрителей задаются вопросом, как все-таки сменить устаревший интерьер в своей квартире. Вот и мы с Викой решили немножко обновить нашу гостиную. Ну, а помогают нам в этом наши замечательные гости, за что им огромное спасибо. Итак, прославленный футболист, тренер детской и юношеской спортивной школы ЦСКА Олег Карнаухов. Доброе утро. И известный дизайнер интерьеров Александр Кононенко. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, о том, как лучше обновить интерьер в своей квартире, мы с Александром поговорим чуть позже в программе «Жилищная лотерея». Кстати, вот билеты. И сегодня в качестве призов мы разыгрываем 3 квартиры и 20 сертификатов на ремонт. Александр, эти билеты вам. Спасибо огромное. Олег, ну а мы сейчас с вами отправимся в студию футбольной лотереи 6 из 36. Эти билеты я с удовольствием вручаю вам. Спасибо. В сегодняшнем 47-м тираже мы разыграем множество денежных призов. Вперед в студию! Пойдемте. Приветствуем всех в студии футбольной лотереи 6 из 36. Встречайте, ведущие лотереи Виктория Банина, Илья Милин и гость программы футболист Олег Карнаухов. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Дорогие друзья, одной из главных футбольных новостей уходящей недели стало известие о распуске сборной России по футболу. Олег, скажите, насколько это адекватное решение по итогам Евро-2016? Абсолютно неадекватное решение, но народ имеет право на свою точку зрения, поэтому он ее высказывает, но это, я думаю, так больше популистические решения. Ну, скоро у сборной России появится новый тренер, сейчас называют несколько кандидатур. Очень хочется узнать ваше мнение, есть ли в нашем футболе фигура, которая способна вывести сборную на высокий уровень, или все-таки стоит сделать ставку на иностранных специалистов? Я думаю, у нас в российском футболе есть люди, которые достойны тренировать эту сборную. Кандидаты всем известны. Это Черчесов, Бердеев, Симак, Бородюк. Еще можно назвать несколько специалистов, которые достойны эту сборную тренировать. Ну что, друзья, давайте больше не будем терять время. Скорее приступаем к розыгрышу призов 47-го тиража футбольной лотереи 6 из 36. Правила нашей лотереи просты. Если два или более номеров, зачеркнутых в вашем билете, совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров, то вы выиграли, и чем больше совпадений, тем крупнее ваш выигрыш. А если, Олег, в вашем билете совпадут все 6 зачеркнутых чисел, значит, вы выиграли суперприз и приз первой категории. Я удачно попал. Совершенно верно. Итак, призовой фонд 47-го тиража футбольной лотереи 6 из 36 составляет 7 094 350 рублей. Суперприз сегодняшнего тиража 3 798 100 рублей. У нас есть замечательная, Олег, традиция. Гость вводит мяч в игру. И мы сейчас просим вас это сделать. Вот мяч, вот ворота. Пожалуйста. Поехали. Игра началась. Шар номер 10. 16. Шар номер 16. 11. Шар номер 11. Шар номер 31. 17. Шар номер 17. 27. Шар номер 27.
Розыгрыш 47-го тиража футбольной лотереи 6 из 36 завершен. Олег, я читал, что у вас есть опыт комментирования футбольных матчей. Это так? Да, было немного. Очень хорошо. Дело в том, что в нашей программе каждую неделю мы вспоминаем истории победных матчей нашей сборной. И сегодня как раз такой матч. Россия-Польша, 1996 год. Поможете его прокомментировать? С удовольствием. Внимание. На экран. Это был матч перед финальным первенством чемпионата Европы в 96 году на старом стадионе «Динамо». Наша сборная играла со сборной Польши. Первый гол на 21-й минуте забил Юра Кофтон. Во втором тайме Владимир Бесчастных на 72-й минуте удвоили результат. Ну и, соответственно, сборная победила со счетом 2-0. И поехала с хорошим настроением на финальную часть чемпионата Европы. Ну а сейчас давайте узнаем, кто из наших участников сегодня победил. Итак, результаты розыгрыша 47-го тиража футбольной лотереи 6 из 36. Результат розыгрыша вы видите на экране. А сейчас мы узнаем, разыгран ли сегодня наш суперприз. Итак, 6 номеров из 6 сегодня... Не совпали ни у кого. Наш суперприз переходит в следующий тираж. И через неделю он составит 4 856 850 рублей. Олег, я прошу вас расписаться на нашем мяче. С удовольствием. Держите. Олег, мы дарим вам билеты на следующий 48-й тираж футбольной лотереи 6 из 36 и желаем удачи. Я надеюсь, что этот билет я все-таки выиграю. Друзья, ну а вам напомню, что приобрести билеты футбольной лотереи 6 из 36 вы можете на нашем сайте stolato.ru, в отделениях Почты России, в лотерейных киосках вашего города и в салонах связи Евросеть и Связной. Ну а впереди нас ждет 191-й тираж жилищной лотереи. Всего несколько рекламных минут, и мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Мы рады вновь приветствовать вас в студии жилищной лотереи. И с нами гость нашей программы, известный дизайнер интерьеров Александр Кононенко. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Ну что, Александр, прежде чем мы приступим к розыгрышу призов сегодняшнего тиража, очень хочется, чтобы вы дали профессиональный совет нашим участникам. Вот человек затеял ремонт. С чего нужно начать, чтобы этот ремонт не стал катастрофой? Наверное, самого главного — не брать строителей с улицы. О, дельный совет. Это должны быть проверенные люди. Нужно увидеть эти объекты, которые они сделали, и только тогда обращаться. Отлично. Александр, а ведь для большинства людей ремонт заключается в том, чтобы выбрать обои, постелить линолеум, побелить потолки. И многие считают, что дизайнерский ремонт стоит очень дорого. Очень. Это так? Это неправда абсолютно. Можно обратиться к любому дизайнеру за консультацией. Даже профессиональный человек просто проконсультирует вас в первую очередь. И уже вы сможете сэкономить. Бесплатно. Как правило, это бесплатно. Ух ты. Полезная информация. Но вы знаете, мне кажется, главный вопрос и самый сложный. Где найти деньги? Я знаю ответ на этот вопрос. Выиграть в жилищной лотерее. Ведь сегодня в 191-м тираже мы разыграем 3 квартиры и 20 сертификатов на ремонт. Давайте скорее начинать. Александр, вашу руку. Илья, присоединяйся. Итак, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1. Пуск! Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 13 708 200 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража – 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Если первый тур закончится на 5-м ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз. Александр, расскажу вам правила первого тура. Необходимо раньше других зачеркнуть все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, мы ждем первый шар первого тура. 20. Шар номер 20. 81. Шар номер 81. 73. Шар номер 73. 9. Шар номер 9. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш гарантированный суперприз, который составляет 3 миллиона рублей. Итак, мы ждем пятый шар. 30. Шар номер 30. Суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Розыгрыш первого тура продолжается. 68. Шар номер 68. 72. Шар номер 72. 3. Шар номер 3. Стоп-игра. Стоп-игра.
В первом туре выиграли 3 билета, приобретенные в Свердловской и Воронежской областях, а также в Приморском крае. Каждый из победителей выиграл 70 тысяч рублей. Поздравляем! Мне кажется, замечательное начало. Поздравляем, поздравляем победителей! Поздравляем! Переходим во второй тур сегодняшнего тиража и приступаем к розыгрышу 3 квартир. Итак, во втором туре необходимо раньше других зачеркнуть все 15 чисел либо верхней, либо нижней игровой карточки билета. Итак, запускаем лототрон. 12. Шар номер 12. 38. Шар номер 38. 41. Шар номер 41. 56. Шар номер 56. 59. Шар номер 59. 80. Шар номер 80. 24. Шар номер 24. 37. Шар номер 37. 5. Шар номер 5. 66. Шар номер 66. 26. Шар номер 26. 7. Шар номер 7. 64. Шар номер 64. Вы знаете, мы с Александром так увлеклись. 42. Так, шар номер 42. 89. Шар номер 89. Угу, есть. 29. Шар номер 29. Очень волнительно даже мне. 32. Шар номер 32. 18. Шар номер 18. Чего же говорите, мне волнительно. Почему-то сегодня, я даже не знаю. 22. Шар номер 22. 13. Шар номер 13. 88. Шар номер 88. 53. Шар номер 53. 23. Шар номер 23. 1. Шар номер 1. 62. Шар номер 62. 65. Шар номер 65. 17. Шар номер 17. А я, кажется, поняла, почему волнительно, потому что Александр все зачеркивает и зачеркивает. 39. Шар номер 39. 61. Шар номер 61. 90. Шар номер 90. 25. Шар номер 25. 54. Шар номер 54. Стоп игра. Стоп игра. Во втором туре выиграли 2 билета, приобретенные в Челябинской области и Москве. Выигрыш — квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем. Представляете, сразу 2 квартиры. Поздравляем вас. Переходим в 3-й тур сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. В 3-м туре выиграют билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров. Ну что, не терпится уже? Не терпится, потому что посмотри, сколько уже зачем. Все хорошо. Итак, запускаем лототрон. 6. Шар номер 6. 35. Шар номер 35. 4. Шар номер 4. 2. Шар номер 2. 75. Шар номер 75. 11. Шар номер 11. 50. Шар номер 50. А вот такое же волнение, когда встречаетесь с заказчиками. 85. Шар номер 85. Нет, с ними намного спокойнее. 34. Шар номер 34. 14. Шар номер 14. А вот какие-нибудь самые необычные пожелания были? Ой, 55. Шар номер 55. Дом из стекла? Да, ты не представляешь, это просто невероятно. Целиком? Целиком. 45. Шар номер 45. Я сейчас представила себя живущей в таком доме. Да. 82. Шар номер 82. 86. Шар номер 86. 70. Шар номер 70.
57. Шар номер 57. А и вот если не дизайн интерьеров, чем вы занимаетесь? 58. Наверное. Шар номер 58. Наверное, был бы художником, потому что я все-таки творческий человек, да. И для меня... 8. Шар номер 8. 77. Шар номер 77. Нету 77 у меня. 31. Шар номер 31, зато есть. Да. 47. Шар номер 47. 83. Шар номер 83. 71. Шар номер 71. Волнительно, да, вот это вообще? Мне конечно. 36. Шар номер 36. Я представляю, сколько людей сейчас смотрят программу. И так же переживают. 79. Шар номер 79. Стоп-игра. Стоп-игра. В третьем туре выиграл один билет. И последняя на сегодня квартира достается нашему участнику из республики Чувашия. Поздравляем вас. Мы присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем. Удачи и счастья вам в новой квартире. Мы начинаем четвертый тур сегодняшнего тиража. И впереди нас ждет розыгрыш 20 сертификатов на ремонт. Настало время сделать ремонт в квартире. Он достанется именно мне. А посмотрим. Запускаем мототрон. 16. Шар номер 16. Стоп-игра. Стоп-игра. В четвертом туре выиграли два билета, приобретенные в республиках Башкортостан и Калмыкия. Выигрыш – сертификат на ремонт на каждый выигравший билет. Поздравляем. Поздравляем. А давайте, Александр, посоветуем, что из победителей. Вот есть сертификат на ремонт. Что делать? Хотя бы обновить свой дом, в первую очередь. Даже если у вас уже сделан ремонт. Купить новый ковер, повесить так. Прекрасные свежие занавески, подушки, аксессуары, декор. Потому что это все-таки такая главная составляющая в доме. Да, текстиль и аксессуары. У меня просто тоже ремонт, я записываю так в голове. Спасибо большое. Поздравляем вас. Поздравляем. Переходим в пятый тур и продолжаем розыгрыш сертификатов на ремонт. Запускаем лототрон. 27. Шар номер 27. Стоп-игра. Стоп-игра. В пятом туре выиграли два билета, приобретенные в Тюменской области и Санкт-Петербурге. Выигрыш сертификат на ремонт. Поздравляем вас. Еще два победителя. Поздравляем вас. Переходим в шестой тур и продолжаем розыгрыш сертификатов на ремонт. Запускаем лототрон. 40. Шар номер 40. Стоп-игра. Стоп-игра. В шестом туре определились 4 победителя. Они приобрели свои билеты в Москве, Костромской и Саратовской областях, а также в республике Тыва. Поздравляем вас. Каждый из вас выиграл сертификат на ремонт. Начинаем седьмой тур сегодняшнего тиража. Продолжаем розыгрыш сертификатов на ремонт. Запускаем лототрон. 15. Шар номер 15. В седьмом туре выиграли 5 билетов, приобретенные в Москве, Республике Татарстан, Самарской области, городе Санкт-Петербург, а также на нашем сайте stoloto.ru. Каждый из победителей выиграл сертификат на ремонт. Мы от всей души вас поздравляем. Ну и напоследок, мне кажется, нужно что-нибудь для уюта. Вот что помогает его добиться? Уют, конечно, в первую очередь, это световые решения. Ну вот, и не забывать про систему хранения. Нужно сделать хотя бы там небольшие гардеробные комнаты, потому что они вмещают намного больше, чем нежели один шкаф платяной. Так и сделайте, друзья. Приходим в восьмой тур сегодняшнего тиража, и нам осталось разыграть еще 7 сертификатов на ремонт. У нас еще 7 сертификатов на ремонт. Запускаем лототрон. 46. Шар номер 46. Стоп-игра. Стоп-игра. В восьмом туре определились сразу 15 победителей. Стоимость оставшихся на сегодня 7 сертификатов на ремонт делится между ними. Таким образом, каждый из победителей выиграл 70 тысяч рублей. Друзья, мы от всей души вас поздравляем. Совет от Александра Кононенко у вас уже есть, поэтому вперед, делайте свое жилище самым красивым. Главное, не бойтесь. Вот. Дорогие друзья, сегодня мы разыграли 3 квартиры и 20 сертификатов на ремонт. Поздравляем победителей. Ну а сейчас мы приступаем к розыгрышу денежных призов сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы увидите на своих экранах. Запускаем лототрон. 69. 69. У меня 69. Только. 74. Шар номер 74. 10. Шар номер 10. Есть. Отлично. 43. Шар номер 43. А вот волнение, оно только больше и больше. 19. Шар номер 19. 87. Шар номер 87. Что-то очень
дополнительная игра. 76. Шар номер 76. 78. Шар номер 78. 49. Шар номер 49. 48. Шар номер 48. 63. Шар номер 63. 51. Шар номер 51. Александра, а вообще дизайнеры ведут подсчет, сколько квартир отремонтировали? 44. Шар номер 44. Я думаю, что это очень тяжело, потому что работы всегда очень много, соответственно... 60. Шар номер 60. Сбиваешься, бывает, потому что, как правило, с заказчиками очень часто, да, как бы с одними и те же. 84. Шар номер 84. А отказывали кому-нибудь? Вот про дом и стекла я поняла, что отказали, наверное. Пришлось отказать, потому что, ну, это действительно очень сложно, да, как бы нереально, и в нашем климате это практически невозможно. 67. Шар номер 67. Стоп-игра. Стоп-игра. Отлично. Это был последний ход 191-го тиража жилищной лотереи. Поздравляем всех победителей. Александр, а теперь нам необходимо пройти к лототрону, чтобы посмотреть, какие шары сегодня из него не выпали. Номер 33. Шар номер 33. 28. Шар номер 28. 52. Шар номер 52. И 21. Шар номер 21. Напоминаю вам, что эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Просто проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, значит вы... Выиграли! 191-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграла 51 325 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 13 676 928 рублей. И гарантированный суперприз следующего тиража составляет 3 миллиона рублей. Александр, спасибо огромное, что сегодня пришли к нам. Я уверен, те советы, которые вы озвучили, помогут нашим участникам сделать свое жилье красивым и уютным. Очень рад, что вы меня пригласили. Надеюсь, что действительно им это все поможет. Мы с удовольствием дарим вам билеты на следующий 192-й тираж жилищной лотереи. Желаем вам удачи. Спасибо. В следующем тираже мы будем разыгрывать 10 таунхаусов и множество денежных призов. Дорогие друзья, верьте в свою удачу и помните, у нас выигрывают! Ну, а нашу сегодняшнюю программу завершает группа «Премьер-министр» с песней «Точки». Мы увидимся с вами ровно через неделю. До встречи! Пока! Туман в открытое окно, ты скажешь мне, что все прошло, как только дверь закроется, а я останусь ждать тебя за тонкой линией дождя, наедине с бессонницей. И уже который день дома и улицы в воде, но что мне сделать, чтоб не думать о тебе? Давай не будем ставить точку, пусть пролетают дни и ночи. Я как будто обесточен без твоей любви. И в тишине уснувших станций не будем больше мы прощаться. Перестанет мир вращаться без твоей любви. Обычная история. Меняли страны, города и думали, что навсегда. Зачем судьбой поспорили? Не пиши мне этих слов, я к ним, наверное, не готов. Мне так не хочется терять свою любовь. Давай не будем ставить точку, пусть я как будто обесточен без твоей любви. И в тишине уснувших станций не будем больше мы прощаться. Перестанет мир вращаться без твоей любви. Эти
ливни, столько долгих дней.